Всем привет, с вами Гнат, и сегодня мы поговорим о ICO, о том, почему не дают иксы и какие в ближайшее время самые интересные. Погнали! Итак, ребята, собственно говоря, по поводу ICO, что это такое? Это Initial Coin Offering, первичное распределение монет. То есть до того, как монеты выходят на какую-либо биржу, на самом деле тут принцип такой же, как с акциями. Условно говоря, какая-то компания, перед тем, как выходить на рынок акций, она продает типа свои акции каким-то людям, и то же самое происходит с монетами, токенами. Они их продают, люди как бы покупают, а потом выходят на биржу, и потом уже какая-то цена. Вот сейчас, в последнее время, все выходит на иксах. Но сразу скажу очень важный момент, что это не залог всегда успеха, не всегда иксы. Не надо думать о том, что вы можете понести любую сумму, и оно обязательно все стрельнет, и вы станете безумно богаты. Это сильно зависит от фазы рынка, от того, насколько надут вот этот пузырь, а сейчас он надут ого-го, как раз мы к этому вернемся. И вот фишка в том, что я весь этот, всю эту историю застал с самого начала. В 2017 году я начал уже кидать какие-то ICO-хи, тогда они собирали безумные какие-то деньги, по 50, по 100 миллионов, все равно выходили на иксах 1-2, не было никаких проверок, не было никаких инкубаторов, лаунчпулов. Сейчас это все преобразовалось и привело в какую-то красивую, так сказать, вид. То есть появились IEO, это когда уже токен сейл проводится на бирже, и потом обязательно на этой бирже идет листинг первым делом. И до это децентрализованные сейлы, которые сразу же обязательно, ну, проекты обязуются залить какую-то ликвидность непосредственно на Uniswap. Это тоже позволяет, ну и огромный проект, еще и лаунчпулы, которые помогают этим проектам поставить метрики, чтобы они были как бы иксовые, и отсюда появляется спрос, появляется интерес у инвестора, вот у нас, у мелких хомячков, которые хотят занести свои кровные, чтобы удачно иксануть. Расскажу, как бы, как зарабатывать во всем этом, в том числе. И по поводу рынка прошлого, я напоминаю, просто это очень тоже важно, что произойдет сейчас. Не надо думать, что я сейчас стану инвестором, потому что у меня ровно были такие же мысли, у нас была команда, мы начинали инвестировать в разные проекты, мы даже практически фонд создали уже, все, мы инвестируем в разные проекты, такие типа все серьезные, а потом просто в один момент рынок как бы рушится, и вот все эти йохи, они уже как бы, в них уже легко во все попасть в ICO, ну и кроме того, они еще и не иксуют. Все началось, я говорю, с ICO, это когда вот прям ты с кошелька кидаешь, ты получаешь токены, и потом сидишь, молишься, залезет для тебя. Потом в 2019 году это преобразовалось в IEO, несмотря на то, что такие попытки были до этого, когда ты проводишь сейл непосредственно на бирже, то есть ты договариваешься, и там уже биржа делает маркетмейкинг, то есть поднимают цену твоего токена, как правило. Вот есть уже IEO на Binance проходит, там они все с иксами. Вот. Одно из последних, я, конечно, не могу не упомянуть, это SafePal, SVP. Оно просто какими-то колоссальными иксами вышло, но там был принцип, на данный момент сейчас идет принцип подписки и переподписки. Условно говоря, капитализация проекта там 5 миллионов, я, например, хочу зайти на 1000 долларов. И таких людей, ну, огромное количество, естественно, они нажимают кнопку, что я хочу зайти, собираются все их как бы деньги, и потом в пропорции, то есть по переподписке, то есть если проект должен был собрать 5 миллионов, а заявок на этот проект 500 миллионов, то вы получаете 1% аллокации от того, что хотели зайти. То есть, условно говоря, в такие проекты можно, ну, опять же, здесь вот привязка к BNB, поэтому есть определенный риск. Ну, условно говоря, вы берете всем своим стейком, говорите, я хочу, короче, зайти в этот проект, а вам все равно дадут 1%, 2%, поэтому тут бояться не надо. На самом деле, к этому пришел рынок акций, я думаю, что в ближайшее время мы это увидим в крипте в более уже готовом варианте, потому что пока это вот на самом деле то, что Binance сейчас сделал, до этого это делал гейт, это как-то не зашло, сейчас появляются лаунчпулы, инкубаторы, огромное количество всяких историй. Ну и вот, соответственно, по поводу проектов, которые меня заставили вот это собраться. SafePal вышел, несмотря на то, что я понимал, что там была огромная переподписка, на самом деле, вот если вы 10 тысяч долларов закидывали, ну, желание у вас было зайти, вам давали аллокацию на меньше, чем 100 долларов, то есть на долларов 70, то есть, я говорю, переподписка была 164 икса. То же самое произошло на PancakeSwap, у них есть IFO, Initial Farm Offering, это когда вы тоже здесь покупаете монету, потом можете фармить, и причем участвовать здесь можно только с помощью CakeBNB, ликвидности, именно токенами ликвидности можно участвовать, и тоже заявки. Я вот участвовал в последней, хотел что-то получить, а тут оказалась тоже переподписка 187 иксов. Это, конечно, полнейшая жесть, но я на самом деле
очень важный момент скажу. Все вот эти сайты, то есть это Pancake, DAO Show, по поводу Launchpad, TrustSwap, я все это оставлю в описании. Переходите, клацайте, смотрите, изучайте проекты. Опять же, ребят, тема не совсем такая, где можно, типа, вот так вот сидя, ну, на диване, такое, ну, сейчас Гната послушаю, он мне покажет кнопку бабло, я нажму и все. Когда я вам говорю смарт-идеи, да, вы можете еще какой-то бирже купить централизованной, если вдруг, то там всегда ожидания, прибыль достаточно маленькие. А вот чем сложнее тема, тем больше вот эта прибыль. Ну, собственно говоря, сразу я перейду к DAO. Шо? Это, значит, инкубатор. Вот я начали делать проект. Фишка в том, что проекты некоторые, они хотят сделать что-то гениальное, но они не очень понимают состояние крипторынка, как это все должно выглядеть, метрики. А метрики — это одно из самых важных в крипте, вот именно в новых проектах, когда там, может быть, команда себе взяла какой-то кусок, 40%, или все, что продали, сразу анлокнуто на рынок. Как правило, то, что продают, они делают лог, и вы не можете выйти из этого проекта на протяжении какого-то времени. Это тоже надо учитывать. В связи с этим начали появляться вот такие проекты, как DAO Maker, ну, делать какие-то свои лаунчпады, где эти ребята помогают с метриками, отвечают за какой-то какой-никакой маркетинг. И параллельно как бы еще учат свою комьюнити быть стронгхолдерами, на что называется. Мы сейчас как раз перейдем к DAO Maker, который, вот, собственно, взлетели на этом фоне. DAO Maker — это тоже такая же платформа, в которой есть стронгхолдинг офферинг. Ты, типа, если холдишь свой токен, в этой ситуации это проект токен DAO. Я напоминаю, что те, кто был на стриме, купили его в районе $3, он сейчас 6. И у них сейчас выходит второй продукт, он будет выходить, по-моему, 22 февраля. Вот я в нем, конечно же, участвую, потому что я попал в первый, это Вайот вышел. И Вайот вышел, представляете, там аллокацию как бы давали, если вы держали что-то в пуле ликвидности на Uniswap, если у вас были токены DAO Maker. Мне посчастливилось, я выиграл билет. Возможно, мне дали аллокацию небольшую, на $1000, но тем не менее, она дала 15 XO, что очень-очень даже хорошо. Поэтому, естественно, во всех следующих проектах DAO Maker я буду участвовать. И вот очень важный момент, как в 2017 году и в 2018 мы поступали. Я советую всем участвовать. Вот вы видите какой-то меняемый проект, там делаете какой-то первичный ресерч, или видите о том, что какой-то наш ресерч. Мы, в конце концов, очень много что выкладываем в Telegram группу нашу. Подписывайтесь обязательно, если вы до сих пор еще почему-то не подписаны. И можно туда закидывать, пока вот это все не успокоится. Когда проекты начали давать по 15 XO, опять же, Вайот 15 XO, SVP 15 XO, даже земляника какая-то, даже земляника дала 15 XO. И вот это показывает то, что рынок сейчас перегрет, в рынке много денег свежих. Помните все, я надеюсь, все смотрели видео, стримы, как я говорю, сначала деньги заносятся в биток, потом в альту, типа крупную эфир Polkadot, потом в альту Tier 2, и потом они еще долетают все до ICO, до Tier 3, до вот этого всего. И вот когда оно до туда долетает, происходят вот эти моменты, когда ты можешь забрать 15 иксов и как бы раскачать депозит максимально быстро. Но вы должны понимать, что когда участвуете в ICO, там, во-первых, как бы есть как всегда какие-то подводные камни, даже, то есть, либо же вам надо, ну, как бы, вы можете не занести. Все зависит сильно от стратегии сейла, от того, как он, структуру сейла, так сказать, от того, как он происходит. Но вот сейчас вот из того, что последнего, что я могу назвать, это Berry. Вы просто, получается, должны взять Cake и BNB, закинуть ликвидность и потом этими токенами участвовать. Пока сейчас следующих IFO нету, вот предыдущие, вот уже они 5 штук провели, я, к сожалению, успел, ну, только на последнюю, и тут уже была такая переподписка. Там хотя бы можно было 5-10% получить, вот, смотрите, сколько они собирали. То есть собирали миллион, желающих было на 10 миллионов. То есть вы на 1/10 могли зайти, это уже какая-то никакая котлетка. Хоть и маленькая, но тем не менее. Потом, по поводу DAO Maker, то же самое. Здесь надо, получается, холдить токен DAO. Каждый раз разная немного структура участия. Вот в этом Ксенде, там они пока все просто сделали. То есть там просто надо, по сути дела, холдить DAO 500 токенов минимальный. Там, чем больше сайз у вас, тем у вас чуть-чуть больше поинтов. И это позволяет, ну, типа, выиграть в лотерею, и вам дают малюсенькую локацию, вы заносите, и с криками «Ура, я получил 5 иксов». Потом есть вот еще
TrustSwap. Здесь принцип максимально тоже простой. Где тут лаунчпады, значит. Вот уже у них прошло 7 штук. И сейчас, вот сегодня, прям вот я прям в этот ролик, я буду в нем участвовать, попробую, расскажу вам, как там получилось. Здесь еще тоже не такая огромная переподписка. Дают возможность зайти. Но еще есть Polka Starter. Огромное количество различных вот этих платформ, которые, ну, которые уже, как бы, конечно, сильно перегреты. Опять же, если вы хотите этим заняться, то вам прям надо заниматься, вникать, смотреть, где что, где как участвовать, желательно без комиссии. Тут опять же история под разные депозиты. И вот что действительно важно, ребята, CoinList. Ссылка в описании. Зарегистрируйте обязательно аккаунты на себя, на маму, на жену в CoinList. Фишка вообще в чем, вот это все, что я рассказываю еще. Обязательно регистрируйте аккаунты, если у вас особенно маленький депозит, много. По той причине, что эти аккаунты можно будет продать. В тот же Flow, ну, на самом деле, на CoinList тут выходят такие американские серьезные проекты, типа Flow, Niro, Cello, Solana, Cadena, кстати, вышел с фейлом. Но, тем не менее, тут выходят такие очень серьезные проекты, которые, как бы, в итоге дают большие иксы. Вот тот же Niro вышел, ну, 4 икса, и можно было зайти вообще на любую сумму. Это не было никакой проблемой. Мы советовали в складе тоже заходить, но не так агрессивно, потому что вот в тот момент мы, нам казали, что рынок для ICO не готов. Сейчас я вас уверяю, что рынок для ICO готов, они выходят 5 иксов, и все это резко не закончится. Даже в тот момент, когда рынок развернется, ICO еще будет стрелять, там 2-3 икса какие-то давать, а избранные, типа, просто по инерции еще будут, оно будет вот так скатываться все, но будут отскоки. Это очень важный момент при выборе стратегии для инвестирования в новые проекты. Даже надо понимать, что еще, ну, я вот сейчас уже вижу, что весну мы еще точно, вот в мае, будут еще какие-то проекты, в которые можно закидывать и, ну, не гарантированно, но можно ожидать от них какие-то иксы, там, 2, 3, 4. Это, на самом деле, самый сок, вот это инвестирование в ICO-проекты, когда ты закидываешь через неделю, там, получаешь какие-то иксы, это супер. Конечно, не всегда так, некоторые проекты там в холде или в чем-то таком, там, ну, не так проще. Ну, и есть проекты, которые проходят на балансе. На самом деле, балансеры, они придумали аукцион. Я не могу сказать, что он самый честный или самый классный. Просто раньше были проблемы, что first come, first in, то есть кто первый закидывает, того и тапки, получается. И там, естественно, начали появляться люди, которые ставят неимоверный газ, то есть те, у кого очень большой сайз, они имеют преимущество. Те, кто, когда был на Binance IO, там фишка была в том, что вы держите на кошельке, ну, токен, и как только окно появляется, нужно нажать клацнуть, типа, заноси. Естественно, кто начал выигрывать скрипты, люди начали писать скрипты, и за вас просто занесло робот. Я вам честно скажу, у меня так было открыто там 10 окон на компьютере, и просто как только нули, бот сам начинал, ну, кликать, купить. Не всегда получалось, но сама история вот такая, что все побеждает компьютер. В связи с этим придумали такой справедливый аукцион, он у нас будет на Хоппере. Вот немножко пару слов про Хоппер. Это вообще, на самом деле, как многие говорят, это проект единорог, если кто потенциальный, если кто не знает, единорог — это проект с капитализацией 1 миллиард долларов. Я на нем рассказывал на прошлом стриме о нем немножко. Суть в том, что у них тоже будет сейл, вот он будет с 24 по 27 февраля. Мы с квадом заносим. Если вы вдруг не знаете или хотите поучаствовать, ну, как. Тут фишка в том, основная проблема, что если у вас маленький депозит, то вам очень сложно участвовать на этом балансере, потому что у вас может комиссия, например, ну, быть под 100 долларов. Ну и сами вы понимаете, что если у вас, если вы забрасываете 1000 долларов, то, ну, типа, 100 баксов платить за комиссию такое себе. Поэтому тут опять же, видите, ситуация в том, что опять побеждают те, у кого большие портфели. Но, тем не менее, на всякий случай скажу, что участвовать надо в DAI, чтобы никто не перепутал ничего, потому что мало ли, всякое бывает. И аукцион происходит, условно говоря, вот есть тут цена 30 центов. И если никто не покупает, цена падает. А если люди покупают, то цена растет. И вот судя по опыту прошлых ICO, тут зависит сильно от хайпа. Ну, конкретно проект Hopper очень хайповый, очень серьезный. Поэтому я думаю, что здесь вот цена 30 может быть чуть ли не самая нижняя. Оттуда пойдет какой-то хайп, и вот ниже 30 цена не спустится. Несмотря на то, что у тестировщиков цена была 5 центов. Ну, тестировщикам дали все равно аллокацию на аккаунт по 500, по 800 долларов, это тоже надо учитывать, не забывать. Вот, поэтому, ребят, из ближайших проектов, которые я вижу, это Hopper. Hopper, если что, я могу рассказать вам сейчас про технологии, что технология, что это будет как Tor, который, знаете, вот это ноды все децентрализованы, оно все ходит, и ты не знаешь, не можешь там ничего отследить. Все очень круто, молодцы, они давно работают, но просто по ним очень большой хайп, очень крутые инфлюенсеры туда заносят, заходят, и как бы мы тоже не видим смысла пропускать такую движуху. Это на самом деле из последних сейлов самый такой серьезный вот этот Hopper.
Соответственно, мы тоже поэтому заносим него и как бы будем смотреть, пытаться найти хорошую цену, что мы участвуем уже в балансе, у нас есть некий опыт, и ну, там просто надо понимать, что разница в цене может быть 2x. Условно говоря, вы можете по 30 купить, или по 60, или кто-то может по 25-50. Поэтому тут тоже надо некий опыт в этом иметь. Еще один проект, который тоже в ближайшее время будет, который достаточно интересен, это Хаппи. Тут еще уже есть эконометрика. Он проводился в 3 раунда. High round, это который, в котором можно было участвовать за токены Хакена. Потом приватный раунд и паблик раунд. Паблик раунд будет тут просто уже. И тут тоже у всех локи, даже у тех, кто участвует в паблике. Очень интересные метрики ребята сделали. Похоже, что будут иксы. На данный момент информация о том, когда... Ну, кроме того, что мне сказали, что в марте паблик сейл будет нету, но вот, короче, следите за этим проектом. Если кто не помнит, еще SiftChain есть у нас. И давайте, наверное, немножко подытожим, что я сказал, вот, типа, и как вообще заработать, если у вас нет депозита. Если у вас нет депозита, то вы можете просто везде регистрировать аккаунты, и потом эти аккаунты продавать на черном рынке. На черный рынок, только обязательно будьте бдительны, что черный рынок настоящий. Вот я вам кину ссылку внизу. Это настоящий черный рынок, где, ну, то есть есть проверенные, в смысле, гаранты. Там все делается через гарантов. Что надо делать? Итак, смотрите, для тех, у кого есть нормальные депозиты, вы можете участвовать в DAO-мейкере через шоу, потому что вы можете взять 500 токенов DAO. Надо просто понимать, что сейчас для того, чтобы получается минимальное количество холдить, чтобы быть в самом нижнем баке, вам надо иметь на 3000 долларов только DAO, и потом вам еще косарь надо заносить, то есть уже такая недешевая история. Потом по поводу трасвапа. Здесь тоже история такая, что надо держать токены трасвапа, которые стоят в районе сейчас 2 долларов. Тоже для средних. И тут, ну, здесь пока очень хорошая локация. Все эти проекты тоже иксуют. Вы можете посмотреть. Вот, ну, Модефи. All Time High 20 иксов, сейчас цена 15 иксов. Здесь вот 13 иксов, 13 иксов. Сейчас 2. Ну, короче, все проекты здесь в больших плюсе. Вот здесь вот какой-то криптокарт. Все, наверное, ждут, что скоро будет в космосе вот эта история с NFT-шками. Тоже все вылетает, вы видите, короче, 25 иксов. Короче, я посмотрю вот сегодня на стриме, обязательно на следующем расскажу, как у меня получилось, не получилось сюда зайти. Этот момент. Потом, дальше, лаунчпул. Лаунчпул для тех, кто есть в Airbnb, тоже следите, можете участвовать. Мы всегда в канале анонсим любые лаунчпулы, но здесь тоже копеечная возможность зайти. По панкейку тоже и до. Если хотите заходить, тоже для больших все депозитов. Ребята, я понимаю, что ну давят мелких игроков, здесь все выдавливают на этом рынке, поэтому надо стараться выжимать. Может какие-то тестнеты проходить, как-то вот тот же Хоппер. Я же, если кто заметил, вот эта коробка, я уже не раз обсуждал, вот это, она дала мне возможность попасть вот этот в раунд, в пресейл, так сказать, я зайду по 5 центов, ну там всего на 800 долларов. Потом обязательно регистрируем аккаунты на CoinList, потому что вообще проекты на CoinList прям это такой must-have мощный, который дают, так сказать, разогнаться прям очень жестко. Поэтому если у вас вдруг будет аккаунт и какой-то проект запустится, обязательно эти аккаунты что-то будет стоить. Я по 2017 помню, что вообще вот эти все аккаунты, был такой момент, когда, ну, сейчас уже, конечно, эфир совсем дорого стоит, ну, короче, что аккаунты просто стоили там по 100, по 150 долларов. Хотя, ну, сами понимаете, это не очень сложно поделать аккаунты там на близких и потом попродавать. Поэтому неплохая идея запустить с самого низа депозит. Ну и в Хаппи тоже подпишитесь вот за ребятами, следите, когда они что-то объявят. А, еще интересный момент. Вот как вот фишка в чем? Видите сейчас, что, к чему пришли? Очень тяжело попасть в любой проект на сейле. На паблик сейле можно занести какие-то крохи. Он нам дают уже просто со стола, ну, типа, уже все поели, а нам какие-то крохи остались, вот, типа, доедаете. Это обидно. Поэтому надо заносить в приват сейлы. Как заносят люди в приват сейл? В приват сейлы заносят через различные пулы. Эти пулы тоже начали делать... Короче, фишка в том, что ты, если холдишь, начали делать свои токены, ты холдишь этот DuckDAO, типа, ну, в том числе, ну, короче, это а-ля инкубаторы очередные.
И вот DuckDuck, вот есть такой пул известный A2, они скоро тоже делают ICO, пока информации вообще никакой нету, это все только есть в их чатике. Если что, мы, опять же, в Telegram-группе переходите, посмотрите, там вот можно поучаствовать, и, возможно, вам там дадут локацию. Тоже, если вы попадаете в этот A2-пул, у вас есть возможность заходить в различные крутые проекты на привате. Например, я в Definity заходил по 4 доллара. Сейчас он, по-моему, оценивается в районе 15 баксов. Это тоже я заходил через пул, причем через A2. Тогда просто у них токена нету, но у них сейчас хотят запустить. И то есть, условно, вы холдите крутую, ну, токен пула, и это вам дает возможность заходить в приваты. Там, естественно, есть локи, то есть это уже такие более длинные истории, там на год, на пол. Но, тем не менее, за этим тоже надо за всем следить, ничего не пропускать. Ребята, вот такая вот была информация. Я, опять же, не хочу затягивать выпуски, делать их по часу. Если вы хотите видеть обширные выпуски с более глубоким, по пальцам, чтобы я объяснял, напишите, пожалуйста, в комментарии. Если нет, вам нравится, поставьте свой лайк, подписывайтесь на мой канал, соцсети, приходите на стримы. Стрим на этом канале каждую среду. Обязательно будьте. Всем спасибо, до новых встреч, пока.